Без. Джордж Бузовик. Сейчас говорю, что с 13. Без слов. Без. Ебать, 30 человек онлайн и некого взять. Я релок. Да мы уже кикаемся. А мне кажется, оно лучше, чем вечное пламя будет. Ну, вечное пламя раз 5 секунд 10к дамажит. Вон Газор. Азов раз... Газор, блядь. Азов раз 15 секунд ап дает. 1270. Тут и так претендентов много. Может на 15 секунд. Чего? Может на 15 секунд. А, на 15 секунд, да. А, как он срабатывает? Раз во сколько он срабатывает? Засеки, может, раз 45 секунд. А, у вас есть шанс. Это прокующий. Там нету КД, получается, это и 3. Ну, сейчас целка пройдем, короче. Я одел зов. У тебя есть КД на шанс. КД на шанс? Жарк вон сидит, ничего не заходит. Ломается. Звони. Позвони. Так ты же в бане там. В бане сидит. Жарк сидит в бане. Похуй на баню, одеваешься и за комп. Да ебань. В принципе, ничего нового, да? Или комп в баню заносишь, похуй. Попариться с компом. Все равно это видюха жарче будет, чем в бане температура. Ходи до гуда. Будет водное охлаждение. Он сказал. Он сказал, не придет. Он же ушел, он сказал там ему идти куда-то. На работу, по-моему, или что там? Работающий. Лук и лазер не принимают. Я сейчас это, квест возьму. На ребра? Ладно. Перо под ребро. Джару отмени. Че, пошли? Помогите найти рыбалок. Ты 4 Квест. Есть у тебя? Этот, Макдей, диспекайся в танк. Что в танке. Что-то... 24, или что это? 29? Чё там по анролам? Бать, что у тебя? Шмота. Анролим всё. Шмота. Жесть. Чё такое? Напиши анрол УД. Да, да ладно, я спекну что-то. А у тебя что получше там? Танк? Да. 24, 23. Ну сейчас, сейчас хотя бы на трэш надо. Ты это, ты чтоб добирал спокойно, хотя бы там, не знаю, керус. А то я один, с меня будут срывать. Ну или смотри, я просто не знаю. Чтобы это, не сдохли вы. Ханты готовы? Идите на ребра квест потом. Погнали, перед боссом вот там сразу же ловушку ты видишь там. Да. На пульте на Лара. Кирос на себя напуливает, я смотрю. Я напулил на воина. Как проф фотка дзову? Кирос, он, блядь, 40к забьёт и похую, блядь. Я про себя напуливает, я же говорю. Я... Дайте гнев мне небес. Дайте спонят. Ладно, я сам стану. Как проф от дзову выглядит? Проверил, блядь. Ой, блядь, там скелет. Да. Проверю. Гнев есть? Гнев не сбивает этот класс. Сбивает. Вроде не сбивает. Сам сбивает. Стан сбивает. Так, гнев что, не стан тебе? Не знаю. Ну ладно. Что такое гнев? Да блин. Это когда, когда злишься, короче. Да. Ну я знаю, совы стреляют так.
Перенеси всех 25-ку. Или ладно, все тут разговаривать могут. Да, да, могут, роли же есть. Да. Кроме пугов. Да. А пуги пусть молчат. Че там с ДПСом? Лок меньше ДК танка дает, что это за фигня? Мобы маленькие, живые, долго что-то. 30 тысяч хп убей. Убивайте быстрее. Потом это пиво-то, блин, вытащите свое. Давайте ДПС сразу взяли, не позорьте меня. ДПС точка Е. Блин. А чё, где прохилы, да? Пиздец, он чуть не упал. Да это просто все одновременно стукнули. Косты кикайте или гнев небес? О, я понял, как зов выглядит. Кирус, ты не упадешь, блядь. Я на него это этот накинул. Кто там задел? Сука. А чё? Дарфолом. Да, скорее всего. Да ебать, что это такое? Чё так долго трэш умирает? Из-за этого мы падаем. Ну там хилы в коконах. Надо сначала пауков убивать всегда, в первую очередь. Вот, с лук не ауешить, чтобы их танки отвернули. Так пауков убивать уже все остальное. Вот это на хила моба. Давайте на Лара накуливайте всех. У меня блок, мне легче танчить трэш. Репу фармим. Поэтому скуляем. Он там ждет. Иди в 25. Он не может сюда дойти. А, он в канале. Он вообще в офицерском технике. Короче, ладно. Напиши ханту, или кто там пойдет с ги. Фул гир и почему-то нам нахуй. Ебить кого-то шокнуло. Танка шокнуло. На пульте, навара. ПТшник. Не бейте, не бейте, могу. Пусть на. Да что с пауками? Они у меня... Да, я тоже вверх ногами. Нас Сендра будет также встречать. Если дойдем. Почему вы вот этого бьете? Не бейте его. Сказали же вам бить этих. На танке этот... Кокон, сбейте с танка. 4 секунды. Гнев небес ставите, если есть паладин. Коконы. На эти косты вообще никто не кикает. 14 капа у меня. Да. Всем привет. Приветствую. Здорово, Серёг. Ну что это такое? Да, зов нормально, так вот. Да ты заебан. Он сюда ради зова так пошел. Ты что, не понял, но... что ли? Ну... Проверить ДПС, блядь. Все, проверил? Тикай. Нет, я босса еще не бил. Метки убегайте аккуратно и напуливайте на печеньку. ДК может сам потом служить. Че, ловушку откроешь? Ловушка слева, если рога у нас этот сломает ее. Жаль, у нас рога что-то этот, не хочет ничего делать. Нихуя не могу. Не надо было пошли.
Ебать, это жестко было. Вот они, роги. Подошел, активировал. И ушел. Подошел. Поднял. Сказал. Открыть, я не открыл. На. Баку-то, это, Баку-то не пойдет. Обыслилось. Ну, пультик на меня. Все, Баку-то у него интернет кончился. Этот, Хакуна Матата, ты тут? Зачем, Старфолом задели? Нет, они кастуй гнев и звездный огонь. Кастуй гроза. Вот кастуй в эту хуйню грозу. Потому что у тебя прокает санцепад, и он тебя хуярит всех ближайших. Давай хули трэш тогда почистим, если. Ну. Кастуй грозу, или ты первый раз только куски Т4 отнял. Кстати, вот этот клиф можешь не ловить варом, он не делится. Урон обычный, ну то есть он тебе и мне одинаково будет. Он, ну, не как на ребре, короче, обычный клиф. Я понял. Мана нет. Иннер киньте, ну. Кинул. На боешь. Дильбанк. Боешку берем, что? По-моему, которые дешевые, они на роту. Они. На стоит 6. Ну, по-моему, вообще сейчас никуда не стоит. Ну это смотреть надо. Есть то тело познать будет. Камень, если кто-то хочет. Я позвал бы убийца, но он сейчас МГ пошел. Типа через полчаса только освободиться. Полчаса это много. Мне что-то никто не отписал. Там видишь, РТ в 8, они вряд ли пойдут. Надо будет попробовать. Нахуй на две гильдии ходи. Чего-чего? Удивляется, как у тебя сил хватает по времени ходить. Хэпал, говорят, есть. Но хэпала нам не надо, да? Да. Ретрикова, но вообще танк классный был. Ну тот хант выйти. Я ему сказал, пойдешь умыть рано. Стрелейлос не хочет идти. А че он? Не знаю. Не хочу сегодня.
Миги в ХМ или где он? Да, в обычку пошел. На ком он уже убил босса? Босса он с этими пошел, с ГГВП. Понял. То еще два ДД надо. Да, печальный сбор, конечно. Ну а так это все с гильдии, да? Да, почти. А у нашего хапала есть ДД? 1010 ДПС. 1010 нет, там 8-9 максимум. Ну, 8-9 еще как-то. Может, это позвать хапала. Нужен хороший лог? Давай. Сейчас, секунду. Давай, сисы на МДД. Если хапал согласится там в ДД спекнуться, я могу позвать. Я не знаю, сейчас что там отпишет. Там хапал с волонером? Нет. Yeah. Сегодня Хайрении ДК, он 25 этих собрал ДСов. Влад сказал пару дней, только Хайрении не будет, у него там что-то жизнь хуёвая. Кто собрал, говоришь, 25 ДСов? ДК, Хайрении. Богатые люди. Кера с ГЦ стринкой. Чё, заходите, заходите. О. Хапал. Ну, давай. Слишком охуенно. Мне ж можно с чешкой ставить, если тоже хочу. У меня тарик есть и хочу голову взломана. Чё тогда там купил танк из пепеси? Спасибо. А, ёпте, я тебе ищу, Серёга. Вот ты где, блядь. Я потанчу потом. Ты с кого? Он с собой вон, блядь. Ты никнейм что-то поменял? Кайлос. Ты просто рандомно ник поставил? Нет. А. Блять, даже у тебя ленточка есть, оба на врот. Да я три их отдал и четвертую типа, ладно, уже дай себе забрал. Дай ассиста на войду. Да-да-да, сейчас, да. Чарка плюс 60, уходиру. Уходиру уже, Сань? Чего? Плюс 60 чего? На плечо. Нет, это ухо. Да. Журавлинное там что-то там называем. Хоть у нас Эрдрул Таурен. Танк разокинем. А что, у нас элидаров нету? Есть. Дай я элидара мне. Я перед тобой сижу. Я тебе что, не элидар, бля? Алло. Он другого пати. Выключите ауру света. И ПС-очку бы на меня покидали. И нормально, я думаю. Ну все, там можно дис линкануть. Линкануть и дисы покопать, перекидывать. Говорит, короче, сова с третьего пати. Че сова? А, блядь, тут их две. Че сова? Вон, Койлос ник. ПС. А. Да и об этом спрашивает, кто говорит. Серега начал про ПС-ку. Кто-то там гавкает, да? Ничего себе. Вот это наезд. Ты после ворот. Давай, не бежай. Я сейчас таки. Ладно, за стеночкой поговори. Где рыба? Где рыба? Вот рыба. Встал. Иди лови. Иди лови. Ты налови, а я сделаю. Перенесите там хапала. Да, закиньте сюда, вон, еще диклофена, который... Они... В смысле, да, ты сам видишь, не можешь перенести его сюда? Не сложно. Видишь, я другими вещами занят. Так нет. Керуса даже ассиста нет. В Дискорде, он вообще этот... А-а-а, Дискорде. А что у нас 24 тела? Какие 4 тела? Я не знаю. 24 в Дискорде. Вот нет.
Кто-то крутой, видимо. Лэг зайдет, да, я кинул дискорд. Что? Лэг зайдет сейчас, я ему кинул. Все, хорошо. А. Давайте готовность, поехали. Время идет уже. Киньте арчи, у меня нету этого. Пропал арчи. Арчи? Да. Кого на пол? На Войда? Да, я чё-то хотя бы. Да, конечно. На кого СС кидать? СС тоже на танков кидать. Инзи, ПМК накинь. Наверное, на меня навар самый слабый. Слушай, кинь на меня бдилку. У тебя? Угу. У тебя же талант, у тебя много не будет. Нету. Ты убрал? Поверь, наберу, да. ДБМ пол даю, припот, а в десятке сидит волк. Я сейчас перекину. У тебя на броне есть припот? Нету его там. У меня есть. Нету его. Он нету в тот его. Дискорд зашел. Да-да. Нет его в десятке. Он не в тот дис зашел. Я не вижу, где тут кто. ДБМ пол дал. Петя. Поехали. Заспаны стали все. Гера пошла. Не надо мне! Кто? Шипы моментально сломаются. Что случилось? Да у него ПС-ка была спор. Бейте! Давайте. Самым последним. Больше навара, внимание. Наверное, там наваре надо держать. Самый слабый из всех. Какой-то один шаман пускай волной через вара играет, а другой цепух. Реально. Вихрь, отбегаешь, быстрее Костя. Аккуратно бейте. Костя, тут доломайся, ёпта. Всё. Аккуратно бьём. Налёты мам можешь создать аккуратно сейчас. Аура нормальная, поставьте. Даже не посмотрел, что за ор. Не умирайте в огне, великий. Нас сокру сейчас прожмешь? А я отдавал. Засп... А, ты сдал уже? Да, с пулу. Уже проще было выжить. Ханты слишком далеко не уходите, с вас не собьют потом кольца. Минимальное расстояние для тычки. Решил я прожу. Блять, да что такое? Всё. Только все прокает. Что с бурса сейчас? Убежаем все опять. Смотрите за одним милики. Можете бить, только в огне не стойте. Масса F есть какой-нибудь? В огне все горят. Эма от физы, может, если кто-то физу держит. Серафим, как так? Хакуна Матата, дай БР по нему. А, этот... Шахан, дай БР по алхмине. Стали за босса быстрее. По Серафиму. А ты по алхмине, дай? Обафайся сразу. Частица, Юля. Алхмини встал или он умер? Все, пробафайте сразу. Mm-hmm.
точно сближаемся. Из огня выше в первую очередь. Момочка, дай гимна мана, а потом гимна жизнь кастуй просто. Есть массейв после этого сдать? Сдайте сейчас, чтобы собрались люди по-быстрому. Да ё-май. Аккуратно подбивайте. Сперва выглядите, смотрите сюда в него. Особенно милики. Другой прохитит, он прям в огне стоит. Теперь лежит. Ботиночки для... Прикольные ноги. О, левая рука, ничего тут. Ну... Дим, ботинки не на мутик. Ботинки на вуа. Я знаю. Что они у меня, блядь. Алло, алло. Алло. Отказывается? Я уже все да. Распределил. Нет, Ром. Тебя перенесли, Юля? Да, да, привет, человек. Наконец. Второй спецком, а так что? Слышно ведь меня? Ага. Да, слышно. Что сделал, это значит, я уже себе вещи перекинул. То есть, этого РДД бью. Помощника забираю. Танку забери помощника, я остальных возьму. Давай я его тоже заберу. Да, окей, череп забирайте тогда. Все, мильки вот этих бейте. Поднесу себе. Славик, а чё там по луту вообще? А хуй знает. Кто рэлит? Я. Ну он. Чё вопрос? Чё ты хочешь, анрол? Нет, я хочу пароли, чит. Типа спрашиваю, когда. А, ну там по времени. По времени? Ну мы как это, мы уходить будем, ну, разролят там, в G8. Ну да. Угу. Сейчас отходите в центр, короче, я в сторону черепов грипа. Не, с другой стороны забрать. Ты можешь забрать с другой.
если там хорошие наплывы будут, понятно. Подбери помощника быстрее. Ну ты ему стан давай просто. Потому что он в миле бежал. Дай ему стан запили. Побыстрее. Напуливайся на вару. Рядом с помощником не стоит, если не хотите сдохнуть. Надо иди, вставай, сам придешь через портал. На Харивине уйди, череп, отойди в мир-зону, да. На Сове. Я пройду. Сейчас въебет. Да он ушел. Что там? Кнопки ломаете. С тебя пример взять. Так, ладно, рыбку ставлю туда. Не спадали, не скупите. По пати я, наверное, буду стоять со стороны сейчас. Давай, мы с тобой здесь, слева. Твои два моба ближние к боссу, я с лестницы и крайний к лестнице ближний. А там танку затанчить. Только нигде луна, вот сюда между вот этими двумя выводить будем. Ну, поближе, чтобы меньше бегать было. Вот, метров на 10. Мистер Ауру, коня поставьте на лед. Лед стоит. Ну, да, какую-нибудь другую ауру. Мистер Ауру, да, коня уберите вообще. Майклаб стоит ауру. Поменяй на любую, от физы поставь, например. Или третья аура лучше. На третья аура. Да все, все. Так, по пати тогда так и будем. Так, я справа. Пати луна, вторая пати треугольник, потом третья пати опять луна, четвертая пати треугольник. Смотрите, примерно. Mind Control, пусть совы кидают вихрь всегда. Где-то справа, слева стоят и кидают. Все, готовность. Поехали. Дайте арчи. Просто релогнуться надо. Время терять. Сильвер и Каеус. Сильвер. Все готовы. Все, ДБМПО мы будем. Можно без ДБМПО тоже. Только припотает. Выпить. Да, тут без полезно. Перераспределил, то с какой стороны бьет. Да. Первая, третья пати луну бьете, ну кроме танков. Вторая, четвертая, треугольник заливаете. Только на полы смотрите так. Что-то упало по всем. Оба вышли. Да, я вижу, блядь. Вы лужу, выйдите, лужа. На полы навара давайте с луны. Мне без раги сложно сразу забрать. МК. Все. Потом надо будет продлить еще раз. Еще один раз продлить. Все. Лужи вышли. Thank you.
Помощники 2 секунды разбежались быстро, давайте. Помощники. Давайте, лопайте их сразу. Все, молодцы. МК, смотрите, на помощь сейчас будет. МК через 20 секунд. Давайте, Сандра на строку и на бойсик. Тоже. Локи, вымочим. МК 5 секунд, 4 соло, готовься смотреть. Помощники 15 секунд. МК кинул Хайринию. Все, и продлить еще раз потом. Так, пока бегите, милики, к этим. Помощники уходят, 2 секунды. На пулы готовься, на вара стану. Лучше, уходим. МК 5 секунд, соло на готове. Ты кому-то инер нужен, сразу говорите, у меня с маной проблем нету. На экона. Пока не нужен никому. Не убейте экона. Что делать? Так, сейчас на 10% барьера оставьте, не бейте. Потому что помощники, сейчас последние помощники и приведем. Все, помощники 7 секунд. 5 секунд, 4 мелики, бегите, уже лужа в центре прям. Меня обычные вирус. Контроль дали? Да, дали, дали. Все, сейчас я в чаршку. Ну, сука, прыгнул, но... переводим. Центры выводите. Пока стан до кашеньки. Гера пошла. Гера. А, мельки, лево-право останьте сразу, чтобы видно было и духов, и вы могли отойти. Дух. Смотрите, где. Язык куда? Смерть от разложения. Нормально. Босс с трех шагов бьется. МК, МК. Поеду. Забери там с меня пока, поскидывается. Давай, давай. Танк вот и забрал. На мне, на мне сейчас. Да, все. Лужу из-под мили вышли быстро. Гимн на жизнь дай быстрее. Забираю. Мемочка. Мемочка. Потом гимн на ману сразу нажми. Овер скаму дайте контроль. Фигура дал, он там подняли, молодцы. Слава умерла дух. Ну что, шамана почти убили. Дай БР, сова, по другой сове. Я второй раз мерчом не санул, сори. Ничего страшного, дай БР просто. Пробафайте сову, каску хотя бы дайте. И пристобаф. Мемочка, гимн на ману читал? Вроде читал, ладно. Все, все, окей. Дух идет в РДД куда-то. Скоро лужу, смотрите под ноги. Милики, встаньте лево-право, так легче будет. Дух. Куда духа в мили ушла? Смотрите лужу, на бесов, нормально. Убирайте. Я забрал. Что тут, ноги упадут крафтовые навары, которые я хочу? Мне шапку надо. Кольцо упало.
Кольцо. Параша, как всегда. Фигня. Бать. Ну и слот. Даже в боежке не было. Кум, можешь в ретрика здесь. Че, этот разъем был? Да, давайте. Там квест в начале не было никакой, я просто не знаю, какой был. Не было. Может, не оборт попус. Какие квест на сендок? Если чем отдельно, то туху во-первых надо убивать. Не хочу я переберусь убираться. Что там было? Сейчас на 40 глянем, сколько ДПС. Ну, в этот раз, наверное, должно быть больше, чем тут. Окей. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота усмирителя, занять позицию. Что-то охотно понажимать хотелось, наверное, да? Так, в пушку плюсы напишите, только Володу поинжимайте. Ебать. Короче, кому метку дам, тот в пушке. Сами себе метки. Не, и ВБ не надо. Ты хиль лучше, чтоб больше хилов смотрел, а то вдруг уронят. А сейчас поговорим. Без Волонира, Юля. Хосты 2000 нет, уронит еще. Слабая, с картой на хосту, ну. Ты Аник посеешь на корабле? Все, метки найдите, свои места. Любую пушку выберите. И сидите себе на здоровье. Остальные все летите туда. Но некоторые останьтесь, конечно, наш корабль дав, и все постоят. Я все. Тоже. Тогда этот, на сколько заходов? До 50 стаку, потом вам скажет, вот когда улетите. Да два мага убьете, улетим, а там посмотрим уже. Да, вот здесь возьмите все, абсолютно. Если кто-то с детей вдруг не сможет, а тебе этот дам. А, уделку 3%. Ага. Ничего вам хотя бы. Окей. Ой, СС дождали. Все, гоу. Все взяли? Короче. Ну что там? Сейчас херёгнусь, у меня почему-то арчин не видно вообще. Все запускаю. Запустить сможете? Да вроде только РМ. Только РМ. Да. Окей. Все, запускай туда. Сила и честь. Кстати, вот этот руна крови на Солрхонга, она его вообще не хилит. Ни в десятке, ни в двадцать пятке. Тут можем в одного танка, по сути. Такой смысл, я не знаю. Да должна хилить. Боже. Ну я вот помню, на прошлом КД у меня второй танк не забирал. И он не хилился все равно, вообще ни капли. Он немножко хилится, просто перебивается ДПСом. В гере бы заметно будет.
Керри там Магия намного прям. Вы видите? Что это там вдалеке? Если ты сейчас про орка, типа, он танчится в одного ДКшника, но он должен успевать зеленку на себя накинуть. А так лучше в два, ну, типа, ты дольше бить будешь и больше ДПСа потеряешь. Без комментариев. Мы помним Сурка 127 лямов, когда у него остается 20 лямов, блять, и 10 секунд до бирсы. До фикса его ХП. Угу. Да, помню тоже такое было. Ты не мог, что ты говоришь. Че, мы в 25-ке на машине. Все, летите, сейчас маг выйдет. До берсы мы не успели. Сейчас не время классных историй. Убивайте всех, очень долго оружейники умирают. Ну, задние упали за секунду. Вот ближние. Ну, ближних тоже гасите. В чем ваша проблема? Че, блядь, что-то пушки плохо работают, мне кажется. Такое ощущение. Давайте. Блядь, и на 90% просто взрывайте. Все просто. Какая пушка не стреляет, аж всех назначил на пушки. Улетайте. Все, улетайте все. Милики, смотрите туда, вот так. А реально одна пушка-то не активна. Сядьте тогда, кто там не активно ожидал? Сука, теперь не вычислить уже, да? А я думаю, что-то урон слабенький. Кто-то все, можете лететь обратно. А кто в крайней левой сидит? Да, Ника, ты что ли? Я смотрю, у тебя на мобал ДПС хорош. Ника, ты ж в пушке должна сидеть, у тебя метка. Ну, я сел в крайнюю левую, потому что никто мне не сидел. Ладно, кто сел, тот сел, все, давайте. Без херни. В смысле говорить на 70? Ожидал метку, назначил пушку. Остальное, что кто не говорит, уже не имеет значения. В смысле? Я тебе спросил, ты сядешь в пушку? И дал тебе метку, ты сказал ок. Ладно, пушку уже занял, чем уходит. Не, ну просто... Так, это я не сказал. Если стало непонятно, надо было переспросить. Просто. Улетайте еще разок. Блять, с этим пальцем так неудобно играть. Отторви. Че? Отторви? Я тебе фотку скидывал? Зачем мне фотка твоего пальца? Я тебе скину, короче. Что я думаю о тебе? На стену повешу. Полетели. Улетели все. Смотрите, он войт анонсит. Эй, Серафим, что я только что увидел? Ты какого черта вообще на другом корабле делаешь? Я тебе метку дал, чтоб ты что, туда летал? Ты думаю, я не увижу этого? Это мем.
Все, они сейчас не либо Твой добьют, пол. Либо маг будет. 200 тысяч. Да не добьют, маг будет, скорее всего. Там каждая пушка выстрелить должна. Не успеет. Колдун. Ни хрена, где ты его держишь, только сейчас обратил внимание. Так он всегда там держится. Всегда там держится. Чтоб не кливал, пока кто-то полетел. Да, потому что всякие недалекие люди летают прям вместе со мной и ловят ваншот. Им сказали полететь, они летают сразу. И пофигу, с какой стороны. Все, допить. Молодцы. Не открывайте сундук. Ты просто тру, или ему что-то вверх шмаляет. Думаю, хули он туда шмаляет. Он почему он вообще играл на него? Играет. Не знаю. Он на Селем есть? Вот у меня там. Элементарный, блядь. Так, что там, две боешки? Да. Опять что ты Алтора даю? Ну ничего. Чё я тут колечко могло хорошо? Кстати, палец. Что? Палец? Навара офигенно. О, ну ты говоришь, чтобы я его забрал? Ты этого хочешь? Да нет, дай полутаться с другим варом. Да. На минуточку, давайте. Все бафы есть у всех, давайте запущу сразу. Нет, не, кулака нет. Кулака нет, пока. Да пока запускается все это разбафывается. Ну, ты должен, ну ладно, Вероника, дай кулак, пожалуйста, спасибо. Когда я был в прото, я не мог давать. Все. Кулак по друидам, по хантам. Не хватает еще. И все, в принципе. По друидам кулак, дай. Все, мой. Ну, хапал, думаю, успеет прийти, я запущу. Все, да, да. Запускать. Там хилить с пула нечего. Да, ДПС был. Я с тобой потанчу, скажешь, когда забирать. Угу. С тебя будилку сниму только. Да, она не помешает. Ты же меньше агра будешь набирать с ним. Не, да, это... Это все вот сказки. Да. Мое агро не уменьшается, просто тебе увеличивается агро на 10% да. От моего. Вот тут написано, получая и перенося 10% создаваемого образа. Ну, он его не вычитает у меня. Да, есть... да, да, да. Все правильно. Все, сейчас я на тебя бью, как ты выкину. Да в смысле, что ты орешь? Она хорошо, если босс меня бить будет, у тебя таунт будет откдешиться, мобов таунтить удобно. Ну, если так совпадет, конечно. Сейчас мерим трэш или босса? Блять. Трэш играйте только нормально. Я трэш нормально забрать не могу на варе. Один раз у меня будет, маска рип и все. Кера с пула, да. Репоты готовьте. Бронеподы. Мог кто-то выбить из варов. ДК. Минуту назад. Забирай. Да, потом. Балстан. Давайте заливайте. Ага. Да, это Балстан. Чем дольше трэш живет, тем больше он дает Саурфангу и Вараги. Тем больнее танком будет. Собрал. Mm-hmm.
можешь забрать. Готовьте на пулы вары. Через 20 секунд будет ДПС. Ты не знал, что у нас ПС амрол? За него платить надо. Слышь, консул ПС. Да, консул ПС. Вообще в салон можно для Варканавта. Считаю, только в сильнейших ПС давать нам. А ты только на втором месте. Сейчас увидим. Давай, давай. Рановато. Рановато забрал. А. Что-то не ту кнопку нажал. Сейчас играю. Сколько общего ДПС показывает? 240. 236. Блин, давайте еще... Короче, блок мало. И еще кого-то заменить, то можно было бы на фул принести в целом. Допроносом, конечно, посмотрим еще. Допронос будем устраивать? Ну, можно. На свободный день потом. Да, у нас сейчас суббота свободна. Нет, а суббота я занят блоку. Я суббота занят свободу. Субботу на сутках и среду. Так, что, забери. Забрал. Там этот, танку надо будет, чтобы ты танк спекнулся на туху. Потому что там бабу надо будет тебе снимать. 7-8 стаков вот эти. А там дальше можешь. Мы посмотрим, можно сперва тогда сходить на этого, другого. Правого, если квеста нет, я говорю, если квест есть. Спекнуться придется, чтобы сперва трайл бить. А если нет квеста, то я так. Я не помню, чтобы я сбрасывал бабу с баблом в прошлом. Сбрасывай, сбрасывай. Кто такой ПС? PlayStation. Ну ёбаный в рот, блядь, я ж нормально спрашиваю. Забирай, забирай. Забрал. Либо в силу. Это типа берсы какой-то. Ты истерия для магов, так сказать. Да. Придание силы, во. Для паладинов тоже, если что, можете кидать. Приму горячую руку. ИМК тоже приму, да? Как горячий. И это, истерия. Короче, все, что повышает характеристику. Кормите паладина, и он будет... Не, истерия. Это кормит котов, блядь, сов. Сам себя кормлю. Сейчас останетесь без кулаков? Скиньте потом details. Рады чулк. Да, сколько по боссу было? Ой, по мобам. 234. Да, о-о-о. Маленький ДПС. В тот же плащ. Сука! Где она мама, блядь? Пизда. Зачем тебе на мана? Блядь, 50 улучшает для файла. Такая дичь падает. Я бы эко не отдал. А Т4 не лучше разве на файла сейчас? О, первые трупики пошли. Острова. Там даже в крит, если полностью вбиться, что-то такое себе. В трэш, да. Полоцель не очень. Кто-то пытался повторить мой код, как и сдох. Ну, типа, я сейчас знаю то, что фросты, типа, хорошо дамажат, и файеры. Прямо ненормальные ДПС дают. Не на чумку. Меня просто в таком же гире унижал файер. А на кого тогда? Либо кровь, либо сильно. Я играю здесь 2 КПС. Ну что тогда, можем правого сперва убить, потом левого. Понимаешь, я этот ДПС дал с такой рукой. Нормально. Блин, там 4 кнопки, ты не перенапрёкся на одном месте стоять? Это левая рука, которую я нажимаю. Я играю всего 2 пальцами теперь, блядь. Поздравляю. Вот если бы ты на F, я с 2 пальцами столько дал.
Я бы еще подумал. На энхе проще. Ну да. Мой как раз средний палец на три кнопки занимает. Ну просто ставь да перекладывай. Ребят, кровь. Тут кровь, на кровь? Ну, вон да, стоит. Вон стоит. Вон, Лорин стоит, блядь. Вот подлюка. Ну на десятку когда будет? Не знаю. Может десятку без меня в субботу смотреть. В принципе, сестра тоже все знает. Исследователь чумы и гриппите сюда. Ладно, я также на телефоне. Просто потыкайте, мама, если что-то его есть. Вечер, че он там, блядь, вихрит, что ли, или че? Да. Я говорю, гриппнуть. Они ветер хуярят по нём. Нормально. Тут не поставил. Да все, я забыл, он протыкать, ничего нет, все оставлю сейчас. До 42 минуты 4 босс. Да блять, ну у нас все время, видишь, я пишу 17.30, стар, пока все придут. Сейчас мы только начинаем, 18 по сути. Надо в 16.30 старт писать. Да реально. Не, если люди могут... Будут писать, я поставлю на 30. Опоздаю на полтора часа, да? Но... Ну, или РТ делать до 9 часов. Ну, просто видишь, вот это у тебя не получается до 9. Ну да, блин, печально. Может какие-то дни выходные там будут, типа среды там такие вот в конце недели. Ну тебе среда сутки же, ты говоришь. Да. Замкнутый круг. Можно и выходными сделать. Да. Так. Приходится на 2 дня делить. Так, шут. Ну давай это. Исследователь чумы первого убивайте. Туда не заходите, это самое. Вот он. Этот сутулый меня застанет. Короче, сюда завел, чтобы там вторую не согрел. Я второго поднесу сейчас. Только собаку не согрел. Так, напуливайте сразу. Must stand down. Можете продлить гневом, если есть. Давно второй. Можешь забрать там, что 7 стаков накопилось. Все, окей, забираю. Вы вообще про стаки забыл здесь? Ебать. Исследователь чумы убейте первым. Ебаная прелесть. Ленточку. По-моему, только с тобой у меня не падала она. Там это, смотрите, и на раму ждайте кому там, друиды. 4 друида. Вон хэпалу может дать. Мимочка, дай гимном ману сейчас. Я один раз видел, когда она упала, когда я с руки пошел. Потом короче, поставьте кто-нибудь оверскам. Под первую я дам незыбку. Под вторую там Юля, наверное, массакру. А под третью молимся. Аминь. Ох, ебать. Можешь Юля частицу на себя ебануть. А где лок? Он что, с концами? Не знаю.
Не знаю, сейчас ему напишу. У меня что-то такое какая-то. Давай, Масаку. Гимн на жизнь, мемочка нажми. Маги поднять. Зип. Ванюшка. Сейчас получите. Я пойду эту. Раз дефьюзер. Давай, на плюс В. Так можно было обезвредить. Ну зачем? Слегка влипнул. У нас такой сапер крутой, ты что? Это да. Да, Дима. Он минер, наверное. Качаем репутацию. Минер Геннадий. Ну что, людей выкидывают из игры? Что они все? В смысле, я не знаю. Если бы я знал. Мы знали, что это такое. А? Притворитесь мертвым, что ли, хотя бы. Если не в КД. Ну, лог здесь. А я уже мастер замену искал. Тебе повезло. Так, рыбка у всех есть? Скоро вещи закончатся, наверное. Там же падало. Там же падало пару человек. Ну, давай их оставлю туда. Я положу вот этих, только этот. Когда говорю разбежаться, бегите не в одну сторону. То ебать, он развернется у вас и всех нахуй заблюет сразу. И все деньги нахуй заберу. Да. К счастью, для вас Берсетис нет вроде бы. Твоя вроде бы напрягает? Вроде бы. Нет, тогда не было. Вроде бы да. По тухлому вот есть Берса быстрая она. Чё, молимся на объекты с другого измерения? Вроде бы да. Кстати, прошлая КД она падала, когда я пугаем собирал. Ок, мини трюк. Ну, пугаем. Да, он на релок писал. Я тоже не знаю. Когда мы на 7 боссов вот пошли, когда все выходили, а чисто жезл упал с него. Что за него может мне упасть? Да нихуя. Да. То, что тебе и нужен. Ну да. Но шея можно. У меня шея беспонтовая. Так, начнем на окмене и заходим сразу. Репоты готовьте свои. Сразу под босс. Это тухлопус. Тухлопус слева. Это Женя, а там слева, алло. Ебать, что без окмени запустили, алло? Ты его можешь заевейдить? Ну, только сдохнуть, если. Бля. Ну, ханту надо что-то. Он здесь. Ну все, мы все припоты проебали. Геру, дайте Геру. Да похуй на припот. Вот на тофу ошибки допускать нельзя. Во фрейм станьте босса, ребят, чтобы бегать не пришлось, когда он блюет. По-моему, кто-то или Сильвер, кто-то, блядь... Это лок Романа. Че? Романа, мы тебе верили, взяли тебя. Ты вон что делаешь. Все, забрал. Кстати, первый раз бью этого босса, но обычно танчу. Спасибо за такую возможность, друзья. У тебя ДПС охуенно. Да не хуйня. Вот что меня всегда в танка держит. Тебя держит танк, потому что больше нет. Ну я удалю нахуй все шмотки. Да не удаляй. Жиза танку поддерживаю. Тебе скажу, что не слушай ее, не слушай ее. Не, давай флешмоб. Тут кэш танк шмот, я ДД шмот. Вас сейчас удалим. Не бейся, ауе, ребят, дайте забрать. Какой же неудобный нахуй босс. Согласен. А ты-то что согласен, тебе в спину бить не надо? Пиздец. Могу на себе подержать, если хочешь. Давай.
Короче, вот что-то... нажимаешь кнопки «ты», а лагает меня. Там третий стак сейчас только будет. Короче, чтобы давать больше ДПС, это лайфхак рассказываю. Надо, короче, нажимать пробел. Вот смотрите, как кружочек делает. Опа. Бля, в маге плохо получается. В смысле? Просто прыгать, короче. И от этого спину. Да, чем выше допрыгнешь, тем сильнее крит, короче, будет. Тебе надо на спину. Как в майне. Кого так много ДПС получается? Ой, урона. Я не могу забрать. Это какой стак? Какой-то Серафим кливает по этому магу. ДПС накручивает. 4 стака уже. На пятый надо будет пробежаться. Это скажу. В натуре Серафим, бля. Ты ждешь, пока вы большой, чтобы дать этот чарж, этот БШ, да, сразу? И покинуть тело, блин. Смотри, сейчас будет пятый стак, надо будет отбежать. Сейчас я возьму. Все. Так. Разбежались. Все, быстро убегайте. Полетела граната. Та-та-та-та-та-та-та-та. Минометное поле. Все, сбегайте, сбегайте. Ну кто-то не вышел. Дай БР. Т4 дал, Т4 дал. Хакуна, дай БР по... ретрику. Замбей вызвали. Не показалось. Пробафайте хпшку крикнул. Под босса встаньте. Ага. Что вы, ёпта. Придется скормить ему второй став, ничего страшного. Ничего, скоро РС-ки начнутся, самый веселый рейд, мой любимый. Зачем тебе РС нравится? Ну, кайфово туда с пугами ходить. Класс у драконов. А шо с РС падает, чешуя? Спасибо за ответ. А шо ты спросил? Сколько фас у дракона? А я думал, ты просто микрофон. О, травма упала. ЕВБ. Три фазы у дракона. Так, кровь я уже сразу до этого распределил. Тут 25 ДС принес. Че-то 30 на посты. Говно лук. Ого, да я поэт. Поставь шкаф, я пошел танк. Шмот одевать. О, 1 ДС из 25 у меня уже. А чё, мог бы Керус, например? Чё это? Ну ладно. Танчись? Ну. Я? Паладин уже бабл может стакить. Я хотел подамажить. Там просто паладин стаки может баблом снять. А я подамажу. В принципе у нас... Ты чё, до сих пор не понял, как зов работает? На кого она хапала? Какого хапа? А там Веронику били. Я не хапал, далеко нет. Ты ошибся.